Запись пошла, смотри. Смотри, видео записано. Привет. Сегодня у меня видео будет обзорчик вот этой посылочки. Откуда ты знаешь? Я тут шиканула и заказала кучу книг. Заказывала их на российском сайте labyrinth.ru. Это не реклама. Лабиринт мне за это не платит. Доставка была бешено быстрая. Я заказала где-то в последних числах января. Сегодня я снимаю 5 февраля. И вот она уже здесь. Подожди, Заюш, не лази. Пожалуйста. Не-не-не. В общем, доставка бешено быстрая. Доставлял DHL. Курьером мне. Все очень отлично. Что еще сказать? А вот цена, ребята, цена совсем не отличная. Я напишу здесь, сколько стоило мне это, потому что я вот так не помню, но это реально очень дорого. Я когда заказывала, думала, что это как-то выходит все равно дешевле, чем купить здесь в книжных магазинах. Но что-то я уже не уверена. Я напишу. Давайте вскрывать. Подожди, не трогай, Заюш, не трогай. Так, во-первых, у тебя, смотри, какая сопля тут. Сопля. Сопля такая. Ой, не трогай, пожалуйста, камеру, хорошо? Так. Давай вскрывать. Чего там? Камера? Не, не надо, пускай она работает. Мы сейчас вскроем и расскажем людям о том, что мы заказали с тобой. Заказали мы с тобой книжечки. Вот. Первая книжка — это «Зов», издательство «Машины времени», автор Джулия Дональдсон. Она же автор знаменитого «Груффало». У нас оно очень идет, «Груффало» оно. И поэтому я решила заказать от Джулии Дональдсон побольше. Я думаю, что у нас и это отлично пойдет. Рисунки рисует здесь Аксель Шефлер, так же, как и в «Груффало». Поэтому сейчас посмотрим, как ребенок отреагирует. Да. Открывай. Каждая книжка почти упакована в пленку, поэтому, наверное, у меня будет какая-то бешено долгая распаковка. Ой, как сколько тут монстриков. Будет мама потом тебе читать. Один! Два! Три! Четыре! Пять! Семь! Шесть уже. Всех уже посчитала, молодец. Итак, пока Роберт читает «Зок», я вам покажу другую книжку. Издательство «Речь. Сказки от капризов». Все книги покупала по каким-то рекомендациям. Вот здесь много сказок. Это нам явно на будущее, потому что сейчас Роберт еще пока не слушает сказки такие длинные. Он пока любит больше с картинками. Так, издательство «Карапуз. Рассказы про меня». Это вот именно полезно для таких, как Роберт. Вот то, что нужно нам. Большие картинки, мало текста, детский сад. Это вот как раз такие ситуации, красное горло готовит к жизни. Супер. Будешь читать? Давай. Давайте я вам еще «Зок» полистаю так поближе. Что это такое, что сейчас дети читают. Вот что из себя представляет Шефлер. Ну, я ее так вижу по стилю, конечно, очень похож на «Груффало». И да, я рада, вот это у Роберта стопудово зайдет.
Едем дальше. Прочитал. Уже прочитал? Хорошо. Пятый. Так, ну сейчас подожди. Ну, ты знаешь, вот эти две книжки, одна, которая в руках у Роберта, сейчас и вторую вот эту вам покажу. Итак, автор — это Екатерина Мурашова. Это психолог детский. И это книжка для взрослых, как вы видите. Здесь никаких картинок нету. Я обожаю этого психолога, но это, по-моему, рассказы. Это не психологические. Короче, мне нравится все, что она делает. Я надеюсь, это будет классная книжка. Это для меня. Я надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь прочитаю. Вот так. Сюда. Вот сюда? Ну как же, нет, здесь те, которые мы не распаковали. А это нужно показать. Это вот сюда. Вот у меня тут еще стопочка. Вот, иди почитай. Вот эту ты не видел. Нет? Уже все? Так, Людмила Петрановская, более известный психолог детский. Так, сейчас посмотрим. А, здесь уже такая, читать, наверное, для совместного чтива. Окей. Окей. Наверное, тоже на чуть-чуть постарше. Роберт пока не осилит столько информации. Так давай дальше распаковывать, котик. Эти две книжки, наверное, вместе, потому что это, опять же, Джулия Дональдсон и картинки Алекса Шефлера. Это вторая часть знаменитого Груффало, дочурка Груффало, а это Человеткин. Смотри, какая. Ножищи, как столбы, на них когтищи в ряд, и бородавка на носу, а в бородавке яд. Ой, мама, это Груффало. Она меня понюхала. Семейство Груффало. Давненько это было, вздохнул в ответ отец. Потом затылки почесал и молвил наконец. Очень ритмичные стихи. Садись, зайчик. Почитай. Уже прочитал все? Так, сейчас я вам долистаю Человеткина. Сама не видела его толком еще. Такой тоже красочный. Груффало точно такой же, как и... Ой, красота. Красота вообще. Книжки. Это машинное творение издательства, что Груффало, что Человеки. Ребенок куста, поэтому дальше мы с вами только вдвоем будем записывать. Так, у нас здесь сказки от слез. Опять же покажу вам поближе. Это нам опять будет рано, потому что Роберт таки длинный не слушает. Издательство «Речь», по-моему. Автор Мария Кутовая. Здесь я правильно произнесла фамилию. Достаточно большие картинки, но все равно для нас это многовато еще пока текста. Так, следующий вариант. «Сонные сказки». Сейчас посмотрим и эту книжку. Издательство «Речь». Я прям все... Тот же художник, Екатерина Плаксина. Здесь сказки разных писателей. И опять же, да, нам это на попозже. Ну ничего. Так, известные книжка «Поцелуй в ладошки». Одри Пен, художник Рут Харпер и Нэнси Лик, издательство «Качели». Это нам будет в самый раз. Так, где-то наклеечки для изучения тела. Такие вот
себе, честно говоря, не рекомендовала бы. Ох, вот эту книгу я очень давно хотела. Это Григорий Остер. Я не знаю, на сколько это лет, но она какая-то очень яркая, прям, видите, какое издательство. У меня в детстве тоже был, конечно же, сборник Григория Остера, но не такой крутой. А здесь не только стихи, здесь еще и рассказы. «Бей друзей без передышки каждый день по полчаса, и твоя мускулатура станет крепче кирпича». Это Остер. «Руками никогда нигде не трогай ничего, не впутывайся ни во что и никуда не лезь. В сторонку молча отойди, стань скромно в уголке и тихо стой, не шевелясь до старости своей». Да, это он. Эта книжка тактильно другая. Это как канва. Здесь их две такие, знаете, есть про кролика, который хочет уснуть, и слоненок, который хочет уснуть. Даже не знаю, сможем ли мы ее прочитать. Будем пробовать. Заказала Карлхина. У нас уже есть одна. Автор Ретраут Сюзанна Бернер. Этот, ну, правда, у нас есть, знаете, такая с толстыми страничками. Это с мягенькими. Для более старших. Так, это вот как раз должно. Сделай сам книжку с окошками. Что я заказывала, иногда, мне кажется, здесь нужно приклеивать окошки, а еще их нужно вырезать. Ничего себе. Интересно, сколько... Я вот Роберт еще не давала ножницы. 0+. 0+. Родители, значит, наверное, все-таки должны вырезать сами. Понятно. Ну, так себе идейка. О, чистим зубы. Картонные странички. Вот то, что надо. Конечно, уже даже нам поздновато. Но зубы надо учить. Чистим. Роберт, кстати, чистит зубы утром и вечером. Вот эта книга автора Дебби Глиори. Она про безусловную любовь. Очень, очень красочные картинки. Единственное, я предостерегу родителей, чтобы вам здесь, мне говорили, есть тема про смерть. То есть, кто этого не хочет рано рассказывать, имейте в виду. Вот как раз. «А когда мы умрем, и нас обоих не станет, скажи, большой, ты любить меня перестанешь?» Вот такая темка тут раскрывается. «Любовь, как их свет, не умрет никогда». Вот. Издательство «Поляндрия». Вот это мне вот прям нравится книжечка. У нас в мягкой обложке, я думаю, есть и в твердой. «Цветик, семицветик», художник Вениамин Лосин, автор Валентин Катаев. Ну, это для более старших деток. Мне вот что-то захотелось поностальгировать по моему детству. У меня была, конечно же, такая книжка. Похожая. И опять... Тимоти Скотт, автор Джулия Дональдсон. Ну, это тоже все очень качественно. Много картинок, мало текста. Я надеюсь, у нас это прям и кошечки должны зайти на ура. Эта книга написана создателем Груффало. И он, ну... Она с толстыми страничками. Она с окошками. Тут про поезд. Ой, вообще супер. Этот Роберту, может быть, уже поздно, но вечерняя книжка-игрушка.
Мне нравится. Флер-художник, прям у него узнаваемые картинки. Нам они понравились, поэтому мы заказываем их много. Это у нас какое издательство? Машины творения издательства. Это, о, третья, кстати, книжка для меня. «Приручить дракона. Гнев в семье». Да, я... Она небольшая. Я думаю, я осилю. Включение из будущего. На момент монтажа я уже почти дочитала вот эту вот книжку Екатерины Бурмистровой «Приручить дракона. Гнев в семье». И могу уже дать свой отзыв. Я совсем забыла сказать, что на эту женщину чудесную я даже была подписана одно время в Инстаграме. У нее 11 детей. 11 детей. Да? Она при этом еще психолог. И, короче, она вот, как видите, еще успевает книжки делать. Ну, книжка эта достаточно маленькая, но в ней очень много именно практической информации. Это такая методичка по управлению гневом. В основном детским гневом школьного уже возраста, подросткового. Прям конкретные методики, разобранные. Все по полочкам. И осилить при большом желании эту книжку можно за один день, можно за два. Поэтому, если у вас действительно есть какие-то проблемы, непонимание с детьми, я очень рекомендую обратить внимание на эту книгу. Полезные истории на примерах. Книжки «Не сказки, 2-4 года». Ой, суперско. Большие картинки, мало текста. Это то, что мы можем сейчас. Класс. Зачет. Аналогичная, наверное, книжка «Не сказка» про зайку. То же самое, здесь всякие истории про зайку. Автор Савушкин, издательство «Сфера образования». И последняя книжка. Это «Супер червячок». Джулия Дональдсон автор. Аксель Шефлер, художник. Как вы поняли, нам нравится это сочетание. Ну и, естественно, они ожидаемо классные, красочные. То, что Роберту нравится. Книжки. Ой, я вас зазря подвинула, да? Так, вот они, книжечки. Почти всеми я довольна, не совсем некоторые те, что я ожидала, но так часто бывает. Наверное, не так много, как знаете, когда вы платите много денег, вы думаете, сейчас придет, а тут как бы вот оп, и все. Вот, но я надеюсь, что я привью ребенку любовь к чтению такими классными книжками. Все ссылочки я обязательно оставлю в описании к этому видосику. Так что, если вам нужно, переходите. Я заказывала с помощью кэшбэка Letty Shops. Если вы не используете кэшбэк, обязательно его используйте. Тоже я оставлю ссылку на присоединение, потому что я с своей покупки получила 3% еще начисление и потом выведу их себе на банковский счет. И я обязана вам сказать, что лайки приветствуются. Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Распаковок книг здесь немного. На нашем канале в основном просто про нашу жизнь и рассказы про то, как я живу и что делаю. Вот. Такие дела. Всего вам всего. До будущих встреч. Пока-пока. Роберушка, ты скажешь пока-пока? Ты говоришь пока-пока? Скажи пока-пока. Пока-пока. Бай-бай, давай выключай кнопочку, да?